Пламенную мысль Анна Махт. Добро пожаловать на остров Страшный, древний дом драконов, а ныне оплот ужаса и безумия. Боюсь, вы ошибаетесь. Я пока что даже не пламенный рыцарь. Но станешь ею. Это лишь вопрос времени. Так сказано в пророчестве, и так и будет. В каком пророчестве? Ты станешь новой хозяйкой башни сил, и я, душа острова, нашла тебе верных слуг и помощников. Душа острова? Вы? Я и есть остров Стража. Я жила в совершенной гармонии с магией Махаса, но потом ушел, и его место занял Лайти. Подождите, получается, что вы одушевленный остров? Не могу ответить. Я была изначально, с первых дней жизни, Ревелона. Вскоре ко мне слетели драконы. Их привлекла магия во мне и вокруг меня. И что особенного в вашей магии? Лишь исконная сила созидания может возвысить одно существо над остальными и даровать неслыханные силы. Только раса драконов сумела со временем приручить эту силу, и теперь драконы неразрывно связаны с моей магией. Почему вас называют островом Стражей? Ха-ха! Так меня нарекли редкие гости, попавшие сюда, когда башня Махаса уже была построена. У меня нет имени. Махас — единственный из людей, кто мог хотя бы отчасти постичь глубину моей силы. Но однажды он исчез, и даже я не ведаю, куда и почему. Но зачем я здесь? Предназначение башни — удовлетворять нужды пламенного рыцаря. В твое распоряжение поступит алхимик, некромант, мастер боя и кузнец. Сейчас на острове 8 человек. Четверо из них не доживут до рассвета. Теперь решать, кому жить, кому умереть. Что? Что? Четыре жизни сделаешь ты выбор у четырех знаков. Но прежде говори с претендентами. Они знают, что ты здесь. Что еще за знаки? Знаки — это посредники. Сейчас они сокрыты, но явят себя в твоем присутствии. Обратись к ним, когда сделаешь выбор. Ты увидишь, они сделают за тебя всю грязную работу. Нет. Я не могу решать чужие судьбы. Не имею права, не стану! Придется. Или я выберу тебе слугу, как ты.